Всем привет, ребята! Вот и настал тот день, и прошло ровно 15 лет со дня нашей расписки, со дня нашей свадьбы с Натальей. И мы приехали в китайский ресторан на речке. Хотим отметить это событие. Я Наталье сделал сюрприз, привез ее сюда. И у меня для тебя есть подарочек. Какой? А сейчас покажу. Смотри, смотри, смотри. Пожалуйста. Спасибо. Я давно хотела уже, да, это? Долгожданный S9 Plus, Наталин. Потому что я живу уже 2 месяца без телефона. Тот телефон, который Наталья раздула, он вообще не работает. И она никак не могла себе достать. И я решил ко дню нашей свадьбы подарить ей этот подарок. Вообще, что за свадьба 15 лет, надо посмотреть. Ну, я даже не знаю. Я знаю, что 10 была какая-то розовая. Нам, ну, зададим посмотреть. Время быстро летит, да? Нам было по 18 лет, когда мы женились. Можно сразу подвести итоги. Что дал наш союз? 4 детишек. По этому случаю мы немного принарядились. Красавцы. А вот тут сидят рыбаки, смотрите. Ловят хоть что-нибудь? Не думаю. Если бы что-нибудь ловили, то... они бы скакали возле удочек. Атмосферненько. Сядем прямо сейчас на улице. Если нам дадут такое местечко. А вот и рыбка. В каждом китайском ресторане такая вот тема с рыбками. Вроде бы и жали, кушать не хотели, а теперь жор просыпается. Давай, я посмотрю, что у них тут есть. Я хочу брокколи в кляре и креветочки. А там осьминоги, смотри дальше. Я не ем осьминоги. Есть лапшичка. Я вот люблю уточку. Разновидности всякие мяса. Соусы. Рис. И китайский пекинг зубы. Ага. Мне даже не стали мешать, что я снимаю здесь. Так, что еще здесь есть? Суши. Уже подобрали все. Ресторан как час открыт сейчас. Чипсы. А вот тут вот все свежее. Даешь он тому чувачку, и он жарит при тебе. Оленье мясо, а это курица. Так, вот это вот кенгуру, а вот это говядина. Или наоборот, написано. Индейка и курица, опять же, баранина и швейное филе, и также говядина, и страус еще есть, страус, лук, соусы. Берешь, в общем, мясо, поливаешь соусом и на жарку. Так, а вот здесь вот морепродукты, пошли. Рыбка. Всякие гарнелины. Ой. Ну и вот так вот готовят здесь. Все при тебе сразу. Свежая пища, это очень хорошо. Джеки Чан готовит прям сам. А, кстати, вот еще. Тоже можно салатик забацать. Так, что я себе взял покушать, смотрите. Грибочки жареные, говядина. Что у меня здесь? Уточка есть. Потом зажаренный ананас. Взял этих осьминогов немного. Мелких. Еще с чем-то, с какой-то рыбой. И здесь рыба запеченная. Я взяла суп китайский. Такой сладко, что-то кисло-острый. Но вкусный. Креветки, мясо. Мы сейчас тупо просто обожремся. Осьминога, которого Наталья не хотела кушать. Она брезгует почему-то их. Смотри, у нее уже отлетела башка даже. Видишь, какой? Короче, эти две бабули с нас в шоке смотрят. Какие бабули смотрят? Вон те две. С краю? Да. Ну, они уже пиво напились. Косились, но сидят пиво. Они думают, мы агенты ЦРУ или КГБ. Наш заказ.
Вот она вот здесь, да? Да, Гэм. Спасибо, что ты меня терпишь 15 лет. Хотя мы знакомы... Я тебя терплю уже, знаешь, что ты 19 лет. Да, 19. С 99-го года, с октября месяца. С какого года? 99-го, октябрь месяц, мы познакомились. Главное, мы учились в одной школе, я его никогда в жизни не видела. Знала только его брата и сестру, а его вообще нет. Ну и потом он пришел неожиданно к нам в гости с Катькой и с Настей. Вот так вот бывает в жизни. Я был, наверное, в 7 классе, а ты в 8, да, тогда? Ну, тем не менее, какая разница, когда это было? Это было давно и неправда. Давай. Спасибо за поздравления в комментариях. Ты мне телефон подарил? А тебя ждет сюрприз еще сегодня вечером. И как ты не хотел ехать в отпуск, отпуск мы все равно заказываем. И 15 лет мы встретим в Испании. Ну, как бы еще, да? Отметим. Через 2 месяца. Блин, я так рад. Наталья мне оплачивает отпуск. Ну, а что нет? Сейчас я буду для себя набирать вкусняшки. Кенгуру, барашка. И для меня будет готовить Джеки Чан вон тут. Да, вот эти вот вкусняшки бы тебе не мешало набрать лучше. Так, что я беру? А беру я оленя. Ты будешь оленя пробовать? Ну а чего нет? Оленя я уже ел. Да? Да, ну так, столечко, хватит. А акула? Пробовал ты акулу? Акулу пробовал. Здесь ее нету, кстати. Так, он мне подсказал вот эту вот кенгурушка. Что-то она вся рвется. Нежное мясо. Ну, так, много не будем, вот столечко. Теперь я буду баранину. А баранина у нас вот она. Ага. Ну ладно, барашка, вот столечко. Страус это вот этот, да? Фу, не подходи ко мне целоваться. Ну, страуса, ладно, возьмем. Вот так. Очень красиво. А соус я возьму, наверное. Вот они. Вот такой вот. Шанхай. Я прямо так ему сюда их положу, перчики. С нас сзади он прикалывается. Ну, this is for YouTube. А, окей. YouTube канал. Так, и пару креветочек. Вот таких вот. Ну и все, я же не обжора, куда столько мне? Хватит же? Спасибо. 100%. Целая куча мяса. Ну, перемолотили, теперь даже не помню, где что. Но теперь я не разберусь. Вот как понять, это страус, ну-ка, или это кенгуру? Что-то в этом роде. Вот эти чуваки, что сейчас плывут, ну не одни они такие в их команде, их очень много, постоянно обрывают снасти. Если сидишь на этой речке, вот они гребут и своими веслами все лес рвут. Желейки, как мы показывали вначале, да, соусом облитым. Дынька, ананас и персик, это обыденно. И жареные бананы, ребята, в кляре, облитые медом. В каждом китайском ресторане это ихняя фишка. Точно. Разламываем. Короче, это объедение просто. Ножик не взяла я. Зачем тебе ножик? На целый закидывать и кушать. Ты не стесняешься кушать на камеру? Нет. А то многие стесняются, так смотришь YouTube. Все, а я не ем на камеру. Не снимай меня, не снимай меня. Очень вкусно. Прям много. Да, я у тебя попробую. Медом не облиться. Бы. Вкусно. И мед очень вкусный. Угу. Китайские пчелы работали на славу. Видать, на заднем дворе они их дуют. К тебе поближе. Можно? 15 лет рядом. Можно все. И многое. Проблема китайского ресторана – это то, что у них очень много всяких вкусняшек. И ты платишь за буфе, ну, за шведский стол, и кушаешь все, что хочешь. Ну и само собой, жадность это как второе счастье, да, говорят? Наглость второе счастье. Или наглость, такая разница. Ну это тоже самое. Ну хотя я все подряд не ем, я вот выбираю то, что чего я дома так не часто кушаю, то я беру себе. Если вот, например, сала здесь нету, дома есть у меня,
вот так. А если здесь у них есть кенгуру, а дома у меня кенгуру нету. Понимаете, о чем речь? Так еще главное, это факт в том, что желудок полный, вроде уже все тебе не лезет, но глаза голодные, тут просто действительно офигенно вкусно. Так, уже ждем 10 минут, пока придет официантка, мне это уже надоело. Сейчас уходим окольными путями. Я тебя скидываю в речку, и ты плывешь. Не, давай ты прыгаешь, а я на тебе. А теперь покатай меня. Большая черепа. Да. Сейчас мы пойдем прогуляемся. И я только за. Пиво с колой было зря выпито. Самое лучше всего утоляет жажду, это вода без газа. Холодненькая. И все нормально. Зачем пить колу с пивом? Вот бери с меня пример. Пиво без колы. Выпей пиво, да? Ну. Пойдем, сейчас мы посмотрим, что делают рыбачки. Рыбачки ловят, не ловят. Сейчас мы их... Удочки красиво стоят. А что-то у них леска прям вниз свисает вся. А, ну правильно. Вдруг бахнет, а они там в палаточках. Давай встроим пляски. Вот так вот, смотри. А теперь мы будем курить. Знаешь, сейчас китайцы смотрят, или там люди в отель снимают. Пусть ржут. Подпалили мы тут соседа на рыбалочке. Это мой сосед. Сейчас пойдем посмотрим. Андрюха. Че он там отлавливает. Все. Кстати, тут не один Андрюха. Там дальше тут еще рыбачки сидят. Андрюха уходит далеко сюда, да? Смотри, сколько мошек. Что это такое здесь? Как в Павлодаре, блин. Угу. Смотри, рой какой. Фу. Ну. И смотри, луна уже, видишь? Новолуние, да? Ну да. Фу, фу, да, блин. Что-то невозможно, что такое? Глаза. Это сейчас такое время. Не, ну тут их стаи, я первый раз за... Это, короче, сейчас вот идет... Сейчас я вам расскажу немного о природе. Фу! В данный момент скажи, идет... Что они оплодотворяются. Да дай ты мне сказать. В данный момент оплодотворяются лягушки, им надо чем-то питаться. У них прям вечером сидишь, светишь фонариком, и они как одна на одной, и ну как положено. Можно тебя перебить? Мы с Натахой бегаем по вечерам и тоже смотрим, что одни лягушки вокруг. Так вот, это для них кормежка? Нет, вот тут ничего, смотрим, более-менее. Там прям их рой был. Здорово, Андрюха. Ангельшайн контроли. Че, ловишь что-нибудь? Нет, я только вот сел. Только сел? На ночь? Ловил уже бычков. Да? Не знаю, до 12 минут. Че, вчера поймал? Неплохо расположился, кстати. Вчера? Карпа, аля. Здесь же сидел, да? Да. Потом. Шуги 4. Опарыш. Сейчас сымитируем поклевку. А? Была поклевка, но сдается мне там маленькая рыбка. Да, есть. Или окунек. Зверь на щуку. Опа. Поймал. Поймал, поймал. И что, они постоянно так идут? Да, вот это вот. До темноты вот этот зверь мешает нам рыбачить. Видно тебя хоть, а? Еще поклевочка, еще. Сейчас вытащим. Мелочь какая-то. Или тина. Блин, ни хера, Андрюха. Ну, клевал, ну. Да, как клевал. Бычок, как бычок такой. Ну. Но не подфартило. Не подфартило. Че, е? Бычок, а, да, опять? Не, бычок. Здоровый, да? Ничего такое. Ну, нормально. Только закинули, сразу поклевка. Ну ладно, Андрюха, нам надо бежать. Давай, нас дома ждут дети. Давай, удачи тебе на ловище. Благодарю. Как говорят рыбаки, ни хвоста, ни чешуи, да? Да, да. Давай. Заскочили по ходу дела в супермаркет. Пенни-маркет. Возьмем сейчас себе винишко. Наталья берет опять колу, хотя говорила сейчас буквально, что кола пилась она. Этот пенни-марк, кстати, работает до 10:00. Видите, какой выбор, винишко здесь. А народу-то нету, смотри, магазин пустой. Да вот бери вот такое вот. Сухое, красное, и все. Бутылочку нам перед сном. Зашли за одной бутылочкой вина, а взяли три штуки.
Наталья говорит, одну бутылку нянечки. Ну и хорошо. Тоже пусть отдохнет перед сном. Вы только не подумайте, что мы постоянно заказываем какую-то няньку или что. Нет, только это один раз в год, когда вот так вот нам надо выдвинуться. Кстати, самим. У нас сегодня хрустальная свадьба, я посмотрела. Хрустальная? Нет, у нас крепкий брак, а не хрустальная свадьба. Мне пришлось еще немного покататься, Наталья сказала, перед тем, как зайти в дом. Потому что меня ждет какой-то сюрприз. Что же меня там ждет? Эй, открывайте. Не запускает. Камеру включил? Включил. И че? Пошли. Куда мне заходить? На балкон. На балкон? Для вас сюрприз, нянька. С детьми. А вот и наша нянька. Всем привет, правда, это... Вот это да. Вот это да. А я думаю, зачем нам с китайского ресторана везти еще с собой домой вино? Все-таки какая романтика, вы только гляньте, а? Вот это сюрпризик. Не успели насладиться этой красотой, как Борис уже здесь нам все потушил, разлил весь воск. Гляньте только. И остатки дотушивают. Будем раскрывать Samsung S9 Plus. С памятью 64 ГБ. Надеюсь, с цветом телефона я угадал. А вот нереально найти вот этот с большой памятью 256 ГБ. Просто никто не хочет продавать его. Ждите, сразу ждите, ждите. Так быстро. Делаю я обзор на твой телефон. Та-дач. Так. Ух ты ж, какой. И такая штучка, за которую его можно вытащить. На, ты должна первую его в руки взять. Как по размеру? Экран больше. Он такой же размером, только этот, видишь, на весь экран. Угу. А этот шире. Этот уже. Вот тот телефон, тот S6 H Plus тоже. Тоже здоровенная. А это вот S9. Ну, говорят, крутая камера здесь. Я его хотела, Лила. Да? Я все угадал. Видишь, как красиво. Так, ну давай посмотрим, что в коробочке еще есть. Так, ну здесь понятная инструкция. Иголка, чтобы открывать. Так, это что за штукенция? Угу. А, эту штучку стыкаем сюда. И USB переходчик есть. Раз. Вот это вот еще переходик. То есть смотри, не пожалели, всякие переходы добавили. Ну и зарядчик, смотри. Раньше на Самсунгах на всех был этот белый, а теперь видишь такой вот, под цвет телефона. Наушники прикольные. Потом кабель для зарядки. И еще какая-то, ага, и запасные эти резинки для ушей. Ну, в смысле, для наушников. Так смотри, сколько всего. Вот, вот, вот. Так, и два перехода. Классная комплектация, я тебе скажу. Ну все, носи на здоровье. А я говорю всем пока и желаю всем добра, позитива и удачи. Всем пока. По скрипту телефончик заработал. Держи. Сказала тебе, сколько он стоит или нет? Нет. Ну я тебе скажу. 980 евро. Круто.